Чтобы во время сварки шов был красивый, нужно установить напряжение. Вот если неправильно установить напряжение, то вот некачественный вот такой шов получится. А если установить правильное напряжение на сварочном аппарате, то вот такой качественный шов получится. И во время сварки не надо торопиться, надо небольшими движениями вверх-вниз проводить электрод, чтобы был качественный шов. Если быстро резко проводить, то будет вот такой некачественный шов. Здесь у меня получается лист металла, вот этот, 2.5 мм, а этот профиль, обычный профиль. Каждому металлу надо установить определенное напряжение. Если арматура варит, то там нужно напряжение. Вот здесь нужно напряжение побольше взять. У меня сейчас вот здесь напряжение стоит, примерно где-то 80, вот так стоит. Варит хорошо. А если примерно арматуру варить, или другой такой толстый металл, то здесь нужно установить примерно где-то 100, смотря какой толщины идет, чтобы хорошо варилось. Вот здесь я установил, вот сейчас возьму, покажу, как нужно проводить электродом. И еще вот этот зажим тоже большую роль играет. Желательно, чтобы она была рядом, где делают сварку. Если дальше находится, то контакт слабый получается между электродом и металлом. Здесь начинаем с одной стороны. И медленными движениями вот так вверх, вниз, вот так медленными движениями. Такими медленными движениями туда-сюда проходим. И плавим оба стороны металла. Из профиля берем чуть-чуть, и с листа берем чуть-чуть. Оба стороны плавим и соединяем. Так идем вниз. И вот этот у нас был. Здесь я чуть-чуть приостановил. Видите, из-за того, что это тонкий металл, она продырявила здесь. Хороший. Так что самое главное при сварках это у нас получается установить определенное напряжение для каждого металла и желательно вот этот зажим, но если далеко находится тоже он будет варить, ну, чем ближе находится, тем лучше, контакт хороший получается и сварка тоже хорошая.